Давайте. Всім привіт! Редакція завітала на благодійний вечір від фонду «Корпорація монстрів». Як ви бачите, зала повна. Зі сцени лунають щасливі історії відомих та соціально активних одеситів. А також тут проводять аукціон. Давайте чуть-чуть додамо стоїмость. Фелікс, можеш поцілувати два конверта? Давай. Ні, тебе ж не видно. Повернись в публіці, поцілуй. Так, прикинь. Вечір організували на підтримку маленького Тимура Бондаренка, але збір коштів вдалося закрити за день до заходу. Тому усі гроші з цього вечора підуть на допомогу вже іншому малюку. К сожалению, свято место пусто не бывает. У нас на сегодняшний день есть маленький подопечный, ему 2 месяца. Он сейчас проходит диагностику, и, скорее всего, через 2 недели ему понадобится тяжелая операция на сердце. И там есть такая штука, как окклюдер называется. И, то есть операция бесплатна, но нужно будет купить для него эту штуку. Я думаю, что средства, которые соберут на этом, вечер пойдут туда. У нас есть очень много текущих вопросов и деток, которые необходимы операции, необходимо лечение. Такие сборы – это достаточно сложно. Тем более сейчас праздники. Но люди не подвели, как обычно, и, видите, справились даже быстрее, чем случилось это мероприятие. Мы думали, что здесь будет финальная точка. Но вчера праздник, видимо, повлиял, и мы успели собрать вчера. Это очень близкие мне люди, и я разделяю их ценности как мама, как человек, как очень лояльный житель Одессы в том числе. И всячески, как могу, помогаю своими бытовыми моментами, как вот одеждой, игрушками, минимальными финансовыми вложениями. Но когда есть необходимость собрать сумму гораздо большую, превышающую мои возможности, и я могу помочь. Я могу помочь, всего лишь рассказав или поделившись какой-то историей, или написав об этом. Это несложно, и я считаю, что это круто. Редакция.